Ну смотри, если получится. Ты Саид? Хорошо, смотри, если получится. Да. Мне нужно с тобой поговорить. Иди за мной. Идем. Все, люди повторяют. Я это... Шашлык любишь? А? Шашлык, говорю, любишь? Я это... Давай зайдем, шашлыка поедим. Иногда судьба готовит нам такие крутые повороты, которые мы не могли бы себе даже представить. Я никогда не находил объяснения, зачем я мог понадобиться такому богатому и уважаемому человеку. И чего мне ожидать от этого знакомства? Саид, ты знаешь, кто я такой? На базаре все вас знают. Это мой друг Магомед. Салам алейкум. Я вас тоже знаю. Это хорошо, мы тоже о тебе наслышаны. Много хороших слов о тебе говорят на рынке. Благотворительностью занимаешься. И чужого не возьмешь. К тому же ты верующий. А это очень хорошо. Вот ты мусульманин. Магомед мусульманин. Я православный. У всех один Бог. Одна вера. А у человека по-настоящему верующего... Никогда в душе не будет коварства и предательства, верно? Да. У меня есть к тебе предложение. Какое? Хочу, чтобы ты стал администратором рынка. Я? Ну да. Не знаю. Приятно. Спасибо, спасибо. Здесь безбожно воруют. Салам алейкум. Еще раз. Как? Нормально? А мои ребята бьют тех, кого удается поймать. Вот совсем недавно одного бедолагу ребра ему все поломали. А неделю назад буквально двух воришек чуть до смерти не забили. А они все равно воруют. Это все может плохо кончиться. А у тебя они воровать не станут. Потому что они тебя любят. И уважают. Им совесть не позволит. А совесть есть у каждого человека. В общем, мне нужно, чтобы ты хорошо организовал работу на моем рынке. И ты это сможешь. Я тебя научу. Я тебе людей в помощь дам. В общем, нужно сделать так, чтобы все получали поровну. Среди них давно уже образовались банды. Ну, такая мелкая местная мафия. У кого-то есть работа, у кого-то нет. Ну, вот они и голодают без работы. От этого и каши. У тебя будут люди, твои помощники, у тебя будет свой бухгалтер. Все они за тебя сделают сами. Ты, главное, можешь мыслить и работать с людьми. Ну, в общем, я все сказал. Завтра приступай. Ну вот мы о деле договорились, да? Теперь будем есть шашлык. На, бери. Ребятам тоже им принеси. Стесняюсь.
видно результаты. Ой, спасибо. Да. Поставьте вон туда. Есть какие-то вопросы, мы всегда здесь. Хорошо. Время там. Главное, нам главное, чтобы был порядок. Не было никаких ненужных элементов. Вот, есть. Я хочу проверить вот этого. Хорошо. Добрый вечер, Саидака. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Нормально, спасибо. Дайте, пожалуйста, один раз, я хочу вот, проверить. Вот, пожалуйста. Вот. Здесь написано тритон. Да, тритон. Так и есть. Все честно, никакого обмана. Открой, пожалуйста, один раз. Я хочу проверить. Хорошо. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Угу. Все нормально? Знаешь, сколько таких машин я разгрузил лично вот этими руками. Здесь не 3 тонн, а почти 5 тонн. Я тебя не пущу на базар. Закрой и уходи. Саид. 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 Саид, все в порядке? Все нормально? Саид, дружище. Саид, дружище, это какая-то ошибка. Я сейчас все исправлю. Держи, дружище, мы же свои люди. Это же грязные деньги. Как быть? Я же хозяин, голову оторвет, если ты меня на рынок не пустишь. У меня тоже семья. Мне семью кормить надо. Надо быть честным человеком. И тогда. Добро пожаловать. Как ты, сынок? Все хорошо, мамочка. Как здоровье, сынок? Не беспокойтесь. Как дела? А у вас как? У меня все хорошо. Как там в селе? Да в селе все спокойно, сынок. Мне кажется, тебе надо приехать сюда. А что случилось? Знаешь, как тебе сказать? Зибо выдают замуж. Я была у них дома. Видимо, они готовятся к свадьбе. Кому-то другому отдают дочку замуж. Ты должен сам приехать. Алло. 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 Мама, склоняюсь к твоим ногам. Встань, сынок. Встань, дорогой. Вставай. Не пришло и месяц с того момента, как я обзавелся семьей. А судьба преподнесла мне неожиданный сюрприз. Сан Саныч лишился своего рынка. Теперь в Москве для меня не было работы. А вот в Тюмени... Я не шучу, Джумабой. Дяде совсем плохо. Тебе срочно нужно приехать. Как же быть? Тут у нас огромный заказ, много работы, большие деньги. Я ведь здесь старший, прораб. Мне нужно будет оставить вместо себя доверенного человека, прежде чем уехать. Так найди такого человека. Ты же должен понимать, что отец важнее любых денег и заказов. А может, ты сюда прилетишь на пару недель? Он что, до вечера будет говорить, что ли? Когда он закончит разговор? Я уверен, папа быстро поправится. У него уже сколько раз такое было. Я с ним побуду, а ты пока тут вместо меня будешь рулить. Выручай, братишка, ты Россию знаешь, разберешься. Заодно и Тюмень посмотришь. Что скажешь? Что? Мне ехать в Тюмень? Я в очередной раз стоял перед выбором.
Лена! Лена, где Саид? Господи! Саид! Каким смелым и самоуверенным становится тот, кто обретает убежден. Так вот ты где, ученый муж. Я тебя обыскалась. Где у нас списки, что покупали вчера? А, вот. Вот здесь все написано. Угу, хорошо, давай. Ты, значит, все читаешь у нас? Да, очень интересная книга. Зигмунд Фрейд. А, ну это очень серьезная литература. Психологией увлекаешься? Я всем интересуюсь. Мне интересно человек. Его внутренний мир. Его мысли. Его действия. Понимаете? Это очень интересно. Вот этот человек, Фрейд, заглядывал внутри человека. Он, як фикри, он имеет хорошую мысль. Вот. Послушайте, манчина висондам дарича. Первый человек, бросившийся ругательство вместо камня, был творцом цивилизации. Он очень хорошо сказал. Да, с этим не поспоришь. Знаешь, мне нравится ход твоих мыслей. Кстати, в город к нам приезжает как раз Александра Залина. Это такая тренер, которая проводит занятия по системе Нарбекова. Вот и я записалась на 10-дневный полный курс для тех, кто хочет поближе познакомиться с системой. И тебя, конечно, тоже записала на первое вводное занятие в понедельник. Что такое мечта? Мечта – это ваше желание. Это ваша внутренняя сила. Когда у вас есть мечта, вы можете все. Вам главное понять, насколько сильна ваша мечта. Когда у вас есть мечта, у вас нет места неуверенности. Что вам мешает иметь хорошую перспективную работу? Ничего. Что вам мешает иметь хороших друзей? Ничего. Было бы желание. Самое главное – определиться, насколько сильно ваше желание. Либо оно у вас маленькое, либо оно у вас огромное, как вся Вселенная. У вас нет преград. Расширяйте свои горизонты. Мечтайте. С помощью Надежды Игоревны, вовсе которыми проводили ремонтные работы, я попал на семинар Александра Залина, посвященный системе Нарбекова. Сложно сказать почему, но Александра обратила на меня внимание и ошарашила неожиданным предложением. Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь... У каждого человека есть два дня рождения. Кто? Я? Первый, когда он родился. Второй, когда он наконец понял, кем он может стать в жизни. Я должен был принять важное судьбоносное решение. С той самой минуты моя жизнь навсегда переменилась. Доброй ночи, Саид. Прости, пожалуйста, я на радостях совсем забыла, нет, что у нет, вас в Москве. Нет, все нормально. Послушай, тут такое дело. Я только что разговаривала с Мирзакаримом Санакуловичем. Рассказывала тебе, кто ты, что ты. В общем, он хочет, чтобы ты стал членом нашей команды. Алло, ты меня слышишь? Ты там живой парень? Как? Я не верю. А ты поверь. Вот такой вот он наш гуру. Все знает, всех чувствует. В общем, у меня сейчас дела в Москве, затем... Через 2 недели я уже буду в Тюмени. Мы потом будем с тобой проводить совместные тренинги. Хорошо. Сначала будешь моим стажером, а потом как дело пойдет. Все, не смею тебя больше отвлекать. Спасибо, до встречи. Yes! Yes! Привет, Александра, здесь. Здравствуйте. Как дела? Нормально. Добро пожаловать в Тюмень. Благодарю. Поехали. Вот, смотри. Да. Это упражнение, которое я для тебя подготовила. А?
Я понимаю, материал огромный, но я также знаю, что у тебя отличная память, и ты справишься. Так, первое занятие у нас в пятницу. У нас в запасе целых 6 дней. Не теряй времени и приступай к освоению прямо сейчас. Поздравляю, ты теперь стажер. Спасибо. Важно не то, что вы делаете, а то, как вы этого делаете. Ты понимаешь, девушка? Нет? Значит, не слышишь. Важно не то, что вы делаете, а то, как вы этого делаете. Нет, я не могу. У меня не получится. Это невозможно. Если ты будешь продолжать вот так думать, у тебя никогда ничего не получится. Вообще никогда и ничего не получится. Послушай, ты неуверенный. Ты неуверенный. И у тебя никогда ничего не получится, если ты сам в это веришь. Хочешь так жить? Иди и крась свои стены! А если ты не хочешь жить так, как ты жил раньше, тогда освободись от своей неуверенности. Расправь крылья и лети. Как вы себя ощущаете, дорогие друзья? Я никогда не забуду тот день, когда впервые выступал перед слушателями. Для меня это было доселе неиспытанные эмоции. Мне пришлось полностью измениться, изменить себя, свою внутреннюю философию, свои взгляды на жизнь. Я целиком и без остатка отдался этому процессу. Думчиво, размеренно произнесешь выученный тобой текст, как вчера на репетиции. Вчера же не был зритель. Как-то не была я. Запомни, Саид, я твой самый критично настроенный зритель. Мы теперь с тобой в одной связке, то есть в команде. Я должна быть уверена в тебе на 100%. Иди и покори эту аудиторию. Я верю в тебя. Дорогие друзья, я рада вам представить Саидмурода Давлатова, который покажет вам, как правильно делать суставную гимнастику. Встречайте! Удачи! Спасибо! Здравствуйте! Здравствуйте! Дорогие друзья, сегодня мы с вами будем проводить суставные гимнастики. Массаж биологических активных точек по меридиану помогает улучшению вашего здоровья. Не важно, что вы делаете, а важно, как вы этого делаете. Вы можете видеть, что я делаю, но вы не можете видеть, что я чувствую внутри себя в этот момент. Каждое мое движение обоснован. Например, когда мы концентрируемся на том или ином участке, в этом области ведется молочная кислота, которая приводит к подвижности этого сустава. Концентрируя на том или ином суставе, вы можете связывать периферическую нервную систему с центральной нервной системой, которая усиливает кровоток, лимфоток и энерготок. И, соответственно, это приводит к тому, что ваша нервная система станет еще крепче. Давайте мы с вами начнем это упражнение. Хоп, сначала надо улыбаться. Если нет, давайте вспоминаем первую любовь. Если нет, давайте вторую любовь. А если еще улыбка еще не крепче, давайте третью любовь. Вот теперь понятно. Спасибо. Спасибо. Такое хорошее состояние. Давайте мы встаем и мы с вами начнем эти упражнения. Как ваше настроение? Супер. Хорошо. Еще раз. Как? Супер. Отлично. Еще от души. Отлично. Отлично. Замечательно. А теперь начнем упражнение. Держим руки вот так. И повторяем за мной.
Поворачиваем сначала вправо. Раз. И обратно. Давайте быстрее. Это легко. Давайте быстрее. Не так. А вот там. Молодец, молодец. Держи. Это твоя первая честно заработанная зарплата. Спасибо. Это тоже тебе. Держи. А это что? Это официальное приглашение из Института Нарбекова. О! Теперь нас ждет поездка в Москву. Что? Ты будешь обучаться по системе академика Нарбекова и параллельно учиться в МАГАН. Ну что ж, Саидмурод Раджабович, поздравляю, теперь вы студент МАГЭН. Спасибо. Вступайте в приемную комиссию, ага. Я распоряжусь, чтобы оформили ваши бумаги. Хорошо, спасибо. А у вас, Александра Федоровна, как дела, как успехи? Благодарю вас, Сергей Сергеевич, все замечательно. Как ваши ученики? Ученики, вот, сами видите, радуют. Какие у нас самородки. Да, согласен, согласен. Мне с трудом верилось, что я стану студентом российского вуза. Но это чудо совершалось. Александра Зальна была тому причиной. Она наставница от Бога. За короткий промежуток времени она меня многому обучила. И вот дороги судьбы привели меня к еще одной встрече. Я благодарен Всевышнему за то, что он подарил мне знакомство с великим наставником. Мирзакрым Санакулевич Нарбеков оказал огромное влияние на мой дальнейший творческий путь. Это была незабываемая встреча. Итак, я снова в Москве. И на этот раз совершенно иными чувствами. Я внутренне природился. Это был уже абсолютно другой Саидмурод. Ни тревоги, ни растерянности. Мы сейчас едем в поезде. Посмотри в окно. Видишь, как меняется картинка? Только что был красивый лес. Сейчас станция. Вот так и проходит наша жизнь. Мы не замечаем, как меняется картинка. Как будто мы смотрим фильм длиною в жизнь. Меняются только события, обстоятельства. И вот в этом во всем, Саид, главное не упустить важное. Закрой глаза. Сейчас в своем сознании прошу тебя, представь эталонный образ своей жизни. Александра! С приездом! Благодарю. Меня зовут Ербол. Александра, очень приятно. Ербол. Саидмурод. Очень приятно. Я буду заниматься организацией ваших тренингов здесь и в Караганде. Вот, а это Ерлан, мой братишка, он будет нам помогать во всем. Ну как, вам понравился наш казахский бешбармак? Я ничего вкуснее не едала. Да, очень вкусно. А между прочим, моя жена лучше всех готовит. Между прочим, ты не забывай, что она по совместительству наша мама. Да, кстати, наш отец настолько любит нашу маму, что даже нас, детей, к ней не подпускает. Конечно, доченька. Как вам у нас в Казахстане? Понравилось? Да, первый день. Слушай,
Давай на балкон пойдем, покурим. А вы первый раз приехали? Да, вы знаете, ну я очень много-много читала. Да? Да. У меня мечта побывать на Медео. Ну, я думаю, мальчики свозят вас. Обязательно, в первый свободный день. Нет, спасибо, я не курю. Правильно делаешь. Зачем вышел тогда? Просто, чтобы тебя не обидеть. Пьешь? Нет, конечно. Я верующий. Намаз читаю. Ну, ты такой положительный со всех сторон. А у меня вот мечта. Бросить курить. Сколько лет? Мечтаю. Ты это просто так сказал? Не понял. Ты к чему? Ты сказал, что мечтаешь бросить курить. Это действительно твоя мечта? Или просто красивый оборот речи? Я не был далек от истины. И вправду это можно назвать моей многолетней мечтой. Но я сам с этим точно не справлюсь. Тогда ответь мне, пожалуйста. Неужели исполнение твоей мечты сложнее, чем взобраться на высокую гору или пройти через самую жаркую пустыню? Не понял, к чему ты клонишь? Просто на свете есть такие люди, чтобы достичь своей мечты. Тяжело трудились и лишали себя всякого удовольствия только для того, чтобы забраться на Эверест. А другой человек из последних сил идет и не сдается смерти, чтобы пройти сквозь пустыню к оазису за глотком воды. И это была его мечта. И он был счастлив, когда его достиг. А ты? Тебе всего лишь нужно потушить вот эту сигарету, чтобы достичь своей мечты. Подумай. Настолько ты слаб, чтобы с этим справиться. Согласись, цена достижения твоей мечты намного меньше. Идем пить чай. Мы не зря вас пригласили. Пойдемте. Взять, а вы с билетом? Да, конечно. Да, конечно. И, пожалуйста, возвращайтесь. Ерла, сюда иди. Иди технику, все, чекни, быстро. Давай. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами проводим тренинг «Как же тренировать силу характера». Пожалуйста, сядьте так же, как сидит Саидмурод Давлатов. Опустите голову, закройте глаза, опустите плечи. Эта поза называется поза уставшего человека. Хорошо, замечательно. А теперь, пожалуйста, поднимите голову, откройте глаза, расправьте плечи. Эта поза называется поза уверенного человека. Вот вы чувствуете, что уже силы прибывают к вам? Да, уверенность. Замечательно. Вот, вот ваши лучезарные глаза. Они искрятся силой, уверенностью. Хорошо, замечательно. Теперь попрошу вас встать. Встаньте, пожалуйста. Сейчас расставьте ноги на ширине плеч. Хорошо. И расправьте руки. Эта поза называется позой уверенного, спокойного и счастливого человека. Вдох, выдох, вдох. Чувствуете, сколько силы к вам прибывает? Замечательно, хорошо. Друзья, а вы знаете, что такое эффект 21 дня? Если 21 день вы будете повторять одно и то же, то это станет частью вашей жизни.
Я благодарю каждого из вас в этом зале. А также хочу поблагодарить господина Ербола, который нам организовал наши встречи. Друзья, я имею честь быть организатором сегодняшнего вечера, сегодняшнего тренинга. И как всякий человек, который проявляет инициативу в наше неспокойное, нестабильное время, я, конечно, понимал, что есть в этом какой-то элемент риска. Поэтому мне очень важно услышать от вас, понравился ли вам сегодняшний тренинг? Да! Вы считаете, что вы не зря потратили сегодняшнее время? Да! Ну тогда от вашего лица, под ваши аплодисменты, позвольте мне поблагодарить наших гостей Саидмурода и Александру и выразить надежду, что это далеко не самый последний тренинг в нашем городе и в нашем регионе. Спасибо. Спасибо большое. Еще за одну встречу я благодарен Всевышнему. Ербол появился в моей жизни совершенно случайно, но стал самым близким другом на долгие годы. Именно Ербол был тем, кто помог мне понять и полюбить Казахстан, почувствовать себя частью этой земли. Именно здесь я начал давать индивидуальные тренинги и стал независимым тренером. Вместе с Ерболом и Вдоль и Патриот согласились благодатные земли Казахстана и Кыргызстана. Проводили наши тренинги в самых отдаленных и гостеприимных уголках этого волшебного края. Ерлан, я оплачу, а ты здесь займись. Все, понял. Саид, а у тебя есть мечта? Есть. Я мечтаю написать хорошую книгу. Нужные людям. И что ты делаешь для достижения своей мечты? Знаешь, все, что я делаю ради этой мечты. Но я прекрасно понимаю, что путь к этому займет у меня очень многие годы. Но я должен писать книгу. Этот огонек просто так не потушить. Снег-то какой валит. Ах ты! Как дети. Самопознание.
В человеке есть два дня рождения. Один день, когда он родился. Второе – это когда он понимает свою личную миссию, зачем он живет. Появляется желание быть реализованным человеком. Самореализация помогает ему найти свою сильную сторону. Тот талант, который Богом дано. Саморазвитие помогает ему избавиться от своей слабости, лень. Самообразование помогает ему усиливать его сильную сторону. Самодисциплина помогает человеку быть организованным, высокоорганизованным, чтобы иметь волю и характер времени неудачи не принимать как конечный результат. Итоги происходят к самовосстановлению. Человек становится человеком, который имеет стремление к высокой жизненной ценности. А всю оставшую жизнь человек должен заниматься самосовершенствованием, оттачиванием своей мастерство. Конечный путь этого – человек достигает самодостаточности и благополучия. Миссия нашей школы – мы служим для того, чтобы каждый, кто приходит к нам, обрел финансовую стабильность, раскрыл свое собственное богатство и реализовал себя. Человек рожден, чтобы быть реализованным. Просыпайтесь, наставник. Завтрак уже готов. Вставайте. Здесь учат, как применять и развивать уже имеющиеся у вас навыки и умения наилучшим образом. Уже показываю. Так, сегодня у нас это ваше выступление? Центра развития человека САМО. Доктор психологических наук Саид Мурат Раджабович Тамлатов. Доброе утро. О, классно. Вы говорите, в вашем центре обучают финансовой грамотности. Смотри. Долго. Смотри, это твой муж. Алло, Айжена, буду шифр через пару недель будет в Киеве. Закажи мне, пожалуйста, билеты. Организуй мне встречу с ним. Я хочу индивидуальный курс пройти у него. Да, я успел посмотреть все финансовые отчеты по магазинам. Что там у нас творится? Какой таможня? Ты чё? Они чё, с ума сошли? Я же лично сам встретился с их руководством. Хорошо, давай собери бумаги, я еще раз с ним зайду к ним тогда. Еще раз встречусь с ними. Хорошо, потом этот, закажи мне билеты до Фужэнда, у меня тут окно образовалось. На пару дней достаточно, да. На вторник закажи. Хочу своих навестить. Хорошо. Мара. Пожалуйста. Ой, рахмар. Спасибо. Приятного аппетита. Да? Алло. Да, да, это я. Да, это недвижимость принадлежит нашей компании. Но я не могу вам сразу сейчас так ответить. Быстро. Давайте делим так. Я сейчас ваши контакты отдам моим финансистам, и в ближайшее время они с вами свяжутся. Тогда все детали мы можем обсудить. Хорошо? Давайте, спасибо. Как вкусно пахнет. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. На здоровье. Если изучаем историю богатых людей, мы видим, что изначально большинство из них не были богатыми. Значит, секрет успеха не в деньгах. Но есть одно то, что у нас у всех одинаково. Это в сутки 24 часа времени. Человек в итоге становится тем, на что потратит свое время. Куда вы вкладываете свое время, это формирует ваш характер. А ваш характер влияет на ваши привычки.
И это все в целом в итоге формирует вашу судьбу. Ваш характер – основа вашего успеха. Ваш характер – гарантия вашего будущего. Как вы думаете, почему большинство умные люди, обладатели многих дипломов, в жизни не становятся успешными? Как вы думаете, кто успешный человек и что для вас быть успешным? Кто мне скажет? Много зарабатывать. Я знаю. Я отвечу. Быть успешным значит иметь финансовую свободу. Проще говоря, много зарабатывать. Быть образчиком для других. Мотивировать своих последователей личным примером. Ставить перед собой значимые цели, и очень важно достигать их. Неизбежно стремиться по карьерной лестнице и пользоваться безоговорочным авторитетом. Да. И, конечно, быть востребованным. Но ко всему вышесказанному существует одно «но». Маленькое, но очень значимое «но». При этом человек не должен быть мошенником. Какой мошенник? Довлатов Саид Мурат Раджабович, вы задержаны по обвинению в мошенничестве. Я требую все выяснение. Я майор Мимбаев, вот мое удостоверение. Вам следует пройти с нами для выяснения всех обстоятельств дел. На вас поступило заявление. Какое заявление? Совершение мошеннических действий. Пакуйте его. А как же наши деньги? Я требую выяснения. Все, свое время узнаете.